А нам туда. Ну пошли, пошли. Ком. Лав, 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 лав. Оп. Где Боня-то? Бони? А, та есть Боня. Ванюнька, там... Все сели-то? Все сидят? Космонавты? Пойдет. Кто со мной пойдет, давайте выходите. Тимка, ты остаешься здесь? Тимка остается с Ильюшкой, да? И Боря, ты можешь не выходить на улицу. Короче, распределились. Короче, Боня тоже пойдет. Да, Боня обычно с Тимкой остается. Сейчас посмотрим. Нужно придется дверь закрыть тогда. Ильюш, там не переедем, сейчас Ильюш. Боже мой, сколько возни? Ну, если бы только все эти банды, если бы... А Тимоль, варты туда, варты кучка. Если бы не Тимка с Ильюшем, то я оставляю две открытые там. Вроде под ворота не подлезает. Имя Михаила говорит, да, бетонируй ты внизу сама. Это под дверью, под воротами. Я что подумала, а что, можно что ли было так сделать бы? Ой, может быть и можно. Мешайте, под машину не прыгайте. Пищим такой виз, как будто это, не знаю. Ну давайте, идите там. Давайте, заходите быстрее туда. Ну давайте, идите туда. Ильюш! Ильюш, иди туда, Ильюш. Ком на клиф уйре, Ильюш. Тимка! Ну, где-то век-то. Вот чуни такие. Ну, давайте, отходите. Ну, ты посмотри. Не боятся вообще никакого это уважения. Ну, кто там такие все? Где? Кто там? Где там Лола? Лола, убийству. Лола! Люля, Люля. Он там, Боня тоже поехал, да? Ой, кеш такой. О, все там, ой, все такие сидят там. Вот это цемент. Цемент пол выравнивать. А это цемент стандартный. Ой, так, всякой ерунды. Купили. Ой, все, быстренько все купили. Акила нам все занес. Каждый раз смеются они, смотрят, у меня все три собаки там карабкаются из-за... Да? И даже и Боня тоже с нами сегодня поехал. Что такое Боня вдруг захотела поехать с нами? Смотрите, что творится. Смотрите, как никакого уже нет матери. Давайте. Ну вот это. Ну, Люль, ну что вы? Ну давайте, выходите, я тоже пойду уже. Мы никуда сейчас не пойдем. Холодно на снес. Ладрыга страшная. Вот. Ой, сегодня тоже уработалась. 72 перчика оказалось у меня четырех видов. 72, да. Три таких вот этих самых, да, лотка. По 24 штуки. Распикировалась сегодня. Но их маленькими еще распикировала, но они там у меня были насыпаны. И как? Я думала, что вообще ничего не взойдет. Я думала, что вообще у меня ничего не взойдет. Потому что семена какие-то старые, все непонятно откуда. Некоторые, которые сама там собрала с того перца, который ела там, да. И, в общем,
непонятно, будет что или нет. Я их просто глоточки сделала, все посыпала. Но они у меня, короче, не входили, не сходили, наверное, недели три. Я думала, что уже все. Так же и баклажаны, кстати. Вот. Но вот я смотрю, через вообще недели три там зашло у меня все. Вот. Ну, что вы под дверью, прямо под машину лезете? Ужас какой-то. Фух. Холодно сегодня, говорю, перчики пересадила, а еще у меня баклажаны, и еще даже не полежала. Еще так прямо с самого утра. И в теплице повозилась, перестановку там сделала. И вообще бархатцы у меня все проросли, бархатцы все пересадила. В общем, очень-очень много чего. Да, сейчас пойду я вам покажу и все. Тогда. Ну, у нас только нарциссики цветут, и вот этот вот миндальный кустик красивый цветет сейчас. Вот здесь зеленеет, все начинает. Вот он какой красивенький. Но он очень коротко цветет, потом отцветает, и все уже, да, в общем-то. Здесь у нас уже газон вовсю газон. Вот, ну какой-никакой, но никакой не... Ой, тут желтенький какой тюльпанчик раскрылся, мы еще не видели. Откуда это он? Сюда его сажала? Ну, начинает уже постепенно зеленеть. Вот сейчас спирея. Вот это вот, наверное, тоже какой-то вид спиреи, не знаю. Удобрила я вчера все свои эти розочки, да, и удобрила, и опрыскивала, короче, и от гнили, от всяких животных, да, вредных насекомых, я их от вредителей тоже уже сделала, наверное, где-то неделю-две назад, ну и вчера еще немножко там было, все вместе смешала и обрабатываю. Вот первые мои обработки, которые я вообще сейчас делаю, да, раньше никогда не делала. Наверное, первый раз сейчас. Вот. Ну, здесь у меня уже, говорю, для моего большого участка и для состояния у меня тут уже вылизано почти что. Вылизано. Почти что вылизано. Все аккуратненько, все побрызгано, подрезала вроде розочки, все. Теперь ждем, когда все зазеленеет, все будет красиво. И по ходу дела какие-то будут добавляться растения сюда. Ну вот это мне подарила Михаэла. Я ей помогала там делать забор изгородь живую, который я у себя сделала. Вот. Ну сейчас просто холодно, вот смотрю, они. Ну только пересаженные, в принципе. По ней-то листочки вот сюда посадила. Еще такие голубенькие. Я и вообще про них забыла. И вот только сегодня посадила, они у меня. Вон там. Ладно, сейчас я пока здесь покажу, я сюда шла в яму показывать. Вот, в яму. Вот я сейчас заведусь, да, вообще не хотела ничего показывать. Неохота была. А начну, вот потом не остановлюсь опять на 2 часа. Опа! Ну, сейчас у меня там батарейка садится. О! Да. Вот в эту яме. Ой, с полезными слизнями. Где они, кстати? Не вижу, кстати. Вот. Ой, тут копалась. Видите, какая у меня была, чем я глину гребла тут и руками, и вот эту штуку он мне там дал потом ей. Вот там кран. Вообще вот на это смотрят, да, и вот вроде как кран один. И этого остального всего не было ничего видно, оно все было под землей. И вот кран нашли. Ну, там немножко капает вода, как я установила. Теперь нужно нам что-то мне сюда очистить. Тогда он ко мне придет, это Херми, да, и он там посмотрит, что ж там... Типа подкрутить нужно, говорить, что вроде там и не нужно менять, просто нужно что-то как-то там подкрутить, что-то получше. В общем, не знаю, но хочется, чтобы все было чистенько. Ну, понятно, да? Как у нас тут мужчины помогают. Вот, придут, когда уже все будет. Какая самая тяжелая работа, которая, в принципе. Ой, ладно. Вот так вот, откопала все-таки я. Она просто думала, что... Ну, вот он шла, вот этот шланг, он идет в ту сторону туда, да, вот это вот. Они так положили странно, присоединили здесь конструкция, конечно, по направлению, думая, что это к дому, а на самом деле это не к дому. Вот, и, в общем, не поймешь, как. Ну, теперь-то понятно. А я знаю, что здесь немножко сложная конструкция. Но я уже не помню, уже лет-то лет 10 уже, когда там делали, там, я не знаю, 10-7... Минимум 7 лет назад. Да, Кеша? Вот такая яма-то мама вчера лазила, тут сидела, да, внизу там.
А Херми у меня принимал глину. Ну, записывается. В последнее время эта система у нас плохо работает. То есть плохо держится на стекле. Какая-то гума там. Ой, тут жарко в машине стало. Вроде так холодно было. Солнышко выходит, прям жарко. Да? Балкошко открыть. Ой, что-то у меня тут еще. Ну, прям жарко. Ой. А тогда не будет слышно болтовни. Да, давно я ничего не рассказываю, не снимаю. Погода была отвратительная. Такой дождь был холодный, прям на грани со снегом. Почти что прям чуть ли. Ну, я думала, снег-то был не снег, но было очень холодно. Сейчас же все это оплетает, все то, что цветет. И такое впечатление, что прям как снег идет. Сейчас завела машину, а мне и щетки заработали автоматически. Не отключила последний раз. И все, что с вишней упало, с вишней упало на крышу, на окна машины. Все это прям так красиво полетело во все стороны, прям как действительно как снег. Так красиво, но уже поздно было снять. Такой красивый был бы снимок, как все это летит из-под веера. Вот, сейчас мы едем. Ну, нужно быстренько съездить, забрать денежку с банка. Налички нет, а мне наличка сейчас нужна. Цветочки, которые 100 лет были заказаны назад, ну они там позже присылают заказы, да, но я про них забыла совершенно. И уж как-то я не думала, что мне понадобится сейчас. Мне сейчас нужно будет съездить. Вот выбрались из дома, вообще сейчас 2 недели, наверное, вообще никуда, кроме магазина, никуда не выезжала. Ну вообще никуда не выезжаешь, господи, куда сейчас поедешь? Даже из дома особенно, ну, неправда, конечно, работала все равно, но некоторые вот пару денечков дома провалялась, ну, как, опять же, провалялась, отмывала где-то какие-то углы, очищала там все это, да, как всегда, стирка там, то все там, вот, ну, так вот, чтобы конкретно такая вот, чтобы прогресс какой-то был, много ничего не сделала, и, тем не менее, есть кое-какие мелкие сдвиги сделали сейчас, ну, уже доделываем сейчас вот, с помощью Херми мою эту, как бы сказать, по шажкам сейчас мою оросительную систему, да, там полива как-то немножко автоматизировать, чтобы с длинным шлангом не ходить по всей территории. У меня шланг 50 метров, я в прошлом году и позапрошлом его с собой просто таскала. Вот, но я думаю, что нужно постепенно все это дело облегчать. Тем более у меня была подводка раньше, которую я сделала уже очень-очень давно, за, наверное, лет 10 назад уже. Подводка вот эта в курятник, где у меня вот напротив домик стоит, там недоделанный. Вот, там подведена везде вода. Ну и свет, кстати, тоже. Электричество тоже там было подведено. Но из-за того, что там поукрадали у меня там эти все лампы, да, разные лампы, там светильники, там розетки даже отдирали с корнем, да, если кому-то нужна розеточка, пришли, пока меня не было там, пока я в Швейцарии была, там розетки повыдергивали, ну, пообрезали, прям этот же кабель пообрезали и поснимали, кому что надо, в принципе, да. Вот поэтому там нужно ремонтировать все это, основательно проверять всю эту проводку. Потому что, может быть, все и восстановится, если розетки на те же тоже место поставить, включатель и прочее, может быть, там все и заработает, снова нормально. Вот. Но вот сейчас с водой уже немножко продвигается. Я, по всей видимости, такая работа, которая Херми нравится. Которую он так вроде как с удовольствием там, да, это вроде подсказывает.
делать, или если кто попадется, кто работу захочет срочно. Вот, тогда нужно будет, ну, как прокопать там 30 сантиметров нужно, да? Знаю откуда куда, может быть, сама уже начну потихонечку. Главное, чтобы не подключить хотя бы поверхностно. Вот, ну, сейчас и в теплицу нужно будет тоже проложить. И сегодня, ой, какая перепелка там впереди прямо гуляет. По-моему, это перепелки. Ибиши, фазаны. Фазаны. Вот, так что немножко в этом направлении будет прогресс. Еще пока все от руки, да, но не хватает кое-каких соединительных деталей там разных. Вот, ну. Уже на мазе сегодня, он говорит, поедет в этот районный центр сюда. И зашел сегодня, посмотрел, каких еще деталей не хватает, или которые он там думает, будут нужны, не знаю. Вместе ходили, смотрели. Вот, тогда, конечно, будет отлично, если я хотя бы даже частично автоматизирована. Даже хотя бы по участкам, просто с более коротким шлангом работать, поливать. Ну, просто нужно же, там же еще всякие возможности, нужно еще колодец подключить, и у меня это есть, насос у меня есть для этого, так вот, его нужно было бы подключить, и тоже, ну, вот, не знаю, как успеет, он не успеет, потому что у него там другие дела, потом, конечно, у него нет времени со мной возиться. Вообще он практически мне не даже не это самое, не слышно, не видно было. Вот, даже косточки я сама покупала, обычно, которые он там привозит. На этот раз уже я даже не рассчитывала, что он вообще зайдет, потому что я вообще не появлялся в прошлый раз. Вот, что... Но то, что рассчитывала, можно было как бы это не рассчитывать. Ну, на этот раз я уже не рассчитывала, мы тоже косточки сами заказали, чтобы у нас потом не было, что там Херни приедет, мы там ожидаем, что он с косточками подъедет, да, для собак, а он и не появится там, да, или вот так, так что, ну, не знаю, в этот раз он у нас почаще что-то делает, помогает мне на самом деле сейчас, говорю, по мелочам там что-то, ну, такая помощь, которая, в принципе, откуда я ищу. Ну, там, правда, вот сейчас Михаила со своими друзьями, да, там, с этими немецкими, там подъезжают тоже мне, это тоже советы дают, там тоже проверяли мы, потому что, по всей видимости, со второго колодца тоже можно будет воду качать каким-то образом. Там какой-то есть такой неопределенный шланг, который торчит из, да, почти прямо из колодца. Вот если его еще можно будет каким-то использовать, вообще было бы, конечно, здорово. Пойду я сейчас денежку заберу. В банке я уже приехала. Собачуни у меня тут посидят. Сейчас ему окошечко все-таки открою. Мне нужно там код поменять и так далее. Потому что новая карточка там. Вот. Да. Вот такие еще эти забрала на свалке. Там, ну, не на свалке. Дом, который продается. Кстати, все дома, которые я вам показывала, все проданы. Все проданы. Все, все, все продали. Буквально вот за неделю они все тут же и это самое и продалось. Здесь сумасшедшие дела творятся, тут все раскупается, так что она там вроде как, ну, как за участком вроде присматривает, там делала сейчас этот самый сюда лигустр тоже сажала. Ну, я с ней вместе сажала. 600 штук мы с ней посадили вдоль забора. И там она вычищали, там они участок. И вот эти вот такие канистры у меня. Вот, я их взяла, еще пока не знаю применение. Я говорю, давай я беру все такое, да, то, что нужно. Мне все время ведра не хватает. У меня ни ведра никогда, ничего нету. Ни всяких вот таких емкостей, куда что-нибудь, да. Вот вторая. Вот это я уже помыла две. Еще вот две такие нужно будет помыть, почистить. Потеплее будет. Еще не знаю, может быть, и для чего-то хранить. А может быть, просто вот обрезать поверху здесь, да. И чтобы это чего-то, эти емкости, господи. И они всегда есть нужны, бесконечно. И, ну, тоже вот сухо, да, вот нужно постоянно подумать, как вообще уже все это поливать. Переложила всю эту дорожечку снова сюда опять.
Вот. И чтобы вот этот вот тимьян, да, он везде здесь зарастал. Вот он везде тут поливала, землей засыпала. Вот. Надеюсь, в этом году он мне получше разрастется еще. Наверняка разрастется, но в прошлом году был неплох уже. И чтобы это все везде тимьяном заросло. Вот, эти вот красиво смотрятся. Вот это где-то уже Михайло. Ой, они уже подняли головки, смотрю. Вот только сегодня посадила же, вот буквально пару часов назад. Я уже головку поднял. Ну, а то я думала, что совсем загнулся. Я про них забыла. Вот. Так что здесь вот нужно оформить. Тут у меня это самое, то, что я там у меня там пересадки всякие разные. Вот такой бардак. Ну, ничего не поделаешь сейчас. Потом как-то, может быть, я распределюсь, где я что делаю. Пока я делаю все на кухне, да, и на кухне у меня соответственный бардак и ужас, это я хочу рамочки порядок привести. У меня есть, естественно, вот такое все, да, паяльник для того, чтобы дырки делать в банках. Вот, опа, тут-то вон какая картина, да, тут у меня вот что творится. Вон сколько я сделала. Сегодня это только перчики, да, это только перчики, а там еще у меня же помидоры. Ну, баклажан немного, штук, наверное, 25, если выживут все. А углам по всем балуют тем самым. Еще куча всего этих помидорчиков. Вот такая вот, такой вот бардак. Ну, это еще я убралась, да, это еще убралась вчера, по-моему, убиралась еще чистенько. А то ж, когда работаешь, тут земля летит везде. Ну, вот это вот в спальне еще стоят у меня тут еще помидорчики. Это помидоры. Тут два сорта. Один вот черный, они такие очень вкусные. Другие вот это бычье сердце. И вот еще несколько сортов, но там по несколько штук только. Ну, вот они вроде нормальные. Нормально, наверное, я думаю. Не очень прям такие. Я их очень довольно поздно посадила. Не так, вот, как все там в феврале делают. То есть где-то в середине марта, даже позже посадила. Ну вот, а вот тут, вот, пожалуйста, Василек у нас живет теперь. Да? Да, Василек у нас вот теперь живет. Да, на диванчике спим. Да, да. На диванчике спим прям целыми днями, да, Василек? Вот. Целыми днями спим на диване тут, да? Угу. Да твой диван теперь. Да, то все, диван захватил, Василек, да? Да, захватил Василюха такой диван. Угу. Теперь домашний кот у нас, да. Да, отбегался, да? Отбегался. Надоело бегать, да? Угу. Внедряемся. Да-да-да. Угу. Адаптируемся. Нет, теперь уже все. Теперь он уже. Да, Василек? Да, мой хороший. Дрыхаешь такой. А эти дурью маются. Пойдем сейчас вещи забирать из этого самого. С машины закрывать двери. Ой, тут мы закрыты с другой стороны. Как пришли-то через кухню. А мне вообще-то нравится такая обстановка рабочая. Как-то так интересно. Как в какой-то оранжерее. Это кухня. Вообще-то. Ну, сейчас только убираюсь здесь, опять разбираюсь. Что-то они мне такие все маленькие. И вот я их тут всех поливаю, брызгаю. Наверное, уже замучила я их. Ой, не знаю. Ну, вроде листики вот сейчас пошли такие более красивые. Но еще вот тоже, да? Еще далеко до истины, но я, во всяком случае, я смотрю, листики такие живенькие, зелененькие, красивенькие. Это перчики, да, и они у меня долго всходили, и поздно я их посадила, а потом еще очень долго всходили, были, в принципе, потеряны для меня. Ну, в общем-то, ну вот, вот, где я пальцем полезла. Вот, ну, есть там, да, вот, все вроде нормально, да. Вон сейчас стала тоже брызгать там, чем попало. А эти вон прям как колес красивые отростки. Так. Съездим быстренько за. Отвалится сейчас опять этот у меня телефон здесь прикреплен. И что-то меня плохо держится в последнее время. Ой, не туда. Поехала. Перекает у меня. Ох, и бензин это у меня там на нуле. А, доеду еще туда. Мне нужно только к Михаилу съездить. Она там самый терзает.
брать, но все-таки я пойду возьму. Вот это денечки пошли, такие горяченькие, прямо горячие-горячие. Столько работы навалилось. И так было все время, чем заниматься. А тут прям вся сейчас... Сегодня я, конечно, просто, уже когда ноги заплетались, руки уже и в руках ничего не держали. Руки в руках не держали. Как? Все-таки красиво становится сейчас. Зеленеть пошло. А сегодня вообще уже прям вот и вроде такая уже измученная. А идешь и уже и уходить не хочешь. Но уже надо, потому что уже и туда нужно, и сюда нужно, и попить надо, и того, и сего. Уже все, сил нет. Ну, а надеешься, что сделаешь паузу, потом вернешься снова. Но так обычно не всегда получается. Потому что силов нет уже. А когда они появляются, уже становится темно. Летом лучше, когда будет светлее. Можно будет еще по вечеру что-то поковыряться. Но сейчас еще все-таки темновато. Вот. Сейчас посмотрим, что там за бамбус. Но он у него красивый, мне просто даже не знаю, как его нужно, чтобы ограничиваться или смотреть, чтобы не расползался каждый год. Сейчас сегодня ела салат с редиской, первый раз, своя редиска и свой салат, и свой лучок из семян, который такой свеженький, тоненький такой, хорошенький. Я не знала, что так из семян тоже идет лук. Ну, наверное, луковица не вырастает, наверное, просто на зелень, да? Не знаю точно. Ну вот, да, сейчас уже истеклись. И 3 дня назад уже один огурец напробовал. Я его на пробу подрастила, хотя можно было на пробу, наверное, всех подрастить. А я только один. Думаю, наверное, рано, это же нужно где-то к маю там. Хотя сейчас уже апрель у нас, да, середина скоро. Нужно срочно семена высеять. Для огурчиков-то срочно. Я его посадила, и у нас была самая холодная ночь, там -2, как пообещали, вот эти 2 ночи. И он у меня как раз в эти 2 ночи и выстоял там хорошо, но, правда, я его накрыла там крышечкой. 2 ночи сейчас, да? И все остальные семена, цветочка туда вынесла. Вот эти, которые проросшие, все цветочки, все свои эти мисочки туда вынесла. Потом узнала, что будет -2. Ну и не знаю, там типа как это в теплице будет, она же не отапливается, там чего-то знает, там дырки везде. Вот, но все равно все укрыло там этим, замотало. И они там лучше растут. Мне нужно сейчас все уносить, наверное, туда, в теплицу. Потому что я смотрю, помидоры, вот я сейчас там уже высадила несколько штук. Опять же, на пробу у меня, в принципе, их достаточно, да, можно и попробовать. Ну, под колпачками там, да. Нормально вроде бы. Я думаю, что, наверное, пора уже их высаживать будет. Туда. Пусть там уже растут прямо в земле. А что их там выращивать? В стаканчиках. Они меня что-то такие говядины, то их заливают, то ли их забрызгивают, то ли что там. То ли сухие, то ли земля. Нет, я не знаю. Маленькие они сидят. Ну, 3-й год у меня сейчас, да, это опыт. Ну вот. Мелковатые. В прошлом году я их мучила слишком, рассада была вроде нормальная, но вынесла их вообще там на холод закаляться, типа, да, и они у меня там вообще не росли на улице, но стояли, ничего не погибло. А в этом году, ну вот дома сейчас вообще ничего не происходит, не знаю, двигается. Ну вот не знаю сейчас, ну там какие-то двигаются, какие-то нет, вот. Посмотрим, сейчас я у Михаила приехала уже.
ваше любимое местечко теперь у вас, да? Здесь песок был раньше, давным-давно здесь месили. Как бы цемент, песок куча было, да? До сих пор много песка копали. Елочки, да? Елочки пересадили. Да, Боня? Ну, Бонька такая. Надо будет отмыть тоже будет эту штуку. Здесь подстригли. Вот здесь сейчас убираемся. Ой, сколько убирать еще. Ой, сколько убирать еще. Вода вообще уходит. Вообще ужас. Вообще ушла куда-то вода. Очень странно. Наверное, все-таки там какая-то... Все-таки это может быть от растения. Вот такой у нас газончик тут. Нерегулярный. Ой, моя куртка тут лежит. Вещи разбросаны по всему участку. Мне попало. Куртка. Уже, наверное, из недели лежит. Так, здесь же ничего не посажено, ничего. Ой, надо сажать срочно. Ну все, скоро в июне черешня. Ой, наемся, объемся. В эту полку посадила цветочки. Ой, полетели надо будет. Сухая земля. Она, наверное, только сверху все-таки сухая. Я поливала-то буквально позавчера еще. Вот так вот. Переставила сюда для разнообразия, чтобы веранду уже освобождать, куда было напихано всего. Ничем заниматься невозможно. Кого так поставила сюда. Под елкой. Насколько это хорошая идея, посмотрим. Мы переставим в случае чего. Так, здесь вроде пока ничего не будет делать. Не, нужно же эти делать. Колышки нужно будет все выровнять. И поправить немножко там эту штуковину. Вот. Глянем, что здесь у нас. Редиску уже ем, да? Еще подсадила, еще срочным образом, потому что не так уж ее и много, но уже можно есть. Вот подсыпала везде снова еще больше. Чтобы наесть он салатик какой красивый у нас. Тут вот потом будет покопаться здесь, пока розы сидят, пока я за ними особенно не смотрю. Это, по-моему, гортензия. Не знаю, надо посмотреть, может картинка, может какой-нибудь другой куст еще. Чёчек такой. Крупчик какой-то даже, неужели прошел, какое-то самое вышел. Вот, а там что-то ничего не входит, какие-то, может, семена непонятные у меня. Здесь вот новое посадила. Здесь опять вот капуста на это она высеивала, нафиг столько много, потом буду с ней мучиться. Потом ей нужно будет вообще высаживать, наверное, уже скоро можно высаживать ее туда, наружу. Вот еще один салат. Вот, а это все это, горчица растет здесь, как бы дезинфицирует и удобряет. Томатики стоят. Тут вот пересадила маленькие свои томатики прямо в землю для эксперимента. Пойдет или нет, потому что вот там огурец у меня вроде сидит. Даже вот здесь обещали -2 ночью. Ну, я так накрыла тут чем-то. Вот сидит огурец там пока, посмотрим. Огурцы высеяла сейчас. Срочно в плошки. Так. Здесь я лобелию уронила сегодня и прям по кусочкам ее запихнула, где попало. Ну, вот накрыто здесь вместе с бархатцами. Здесь еще помидоры какие-то стоят частично. Там все это бархатцы. И маргаритки какие-то. Вот, а там вот не знаю, что выживет, не выживет. Здесь, по-моему, лучше, чем это на кухне. Вот. А это, надеюсь, что это гортензии приживутся. Надеюсь, что они только со ствола питаются. Надеюсь, что они корни пустили. Пихнула их туда где-то, наверное, осенью, что ли. Вот еще пару лиан.
Лекустра, потому что... Не, Кеша, давай выходи отсюда. Сейчас ты мне ничего не наделаешь здесь. Нельзя здесь ничего делать. Вот, еще нужно ключики донести. Уже там лежат, нужно их просто загрузить и привезти. Вот. И доски вот прикрепить надо тоже. Вот, нет, никак не это. Здесь пока как-то само стоит. На каких-то колышках. Вот. Так у нас. Подожди, сейчас у нас там дверка еще. Холодно у нас сегодня, дождь. Ну, не очень холодно, но не тепло. Но в теплице сегодня, сейчас было где-то час назад, 8 градусов. В общем, как это холодно, лет, ну, мы уже так привыкли. Ой, кто меня тут кусает? Ой, кто меня за палец тянет? Ну, что вы вытворяете? Боже мой, чучи-мучи. Не мешайте мне за рулем. Тимка остается с Ильюса, придется поэтому ворота закрывать. У нас, насколько они все разные. Вот Тимка не ездит со мной. Ему плохо тошнит, его тошнит. А эти два, ну вообще, они просто эти самые. Любовь у них в машине, у них игры, как ты все что хочешь. Очень нравится. Самое смешное, сейчас Боня у нас в доме закрыта. Останемся на улице, хотя Боня-то никуда не побежала. А сейчас уже, значит, да, он сейчас уже можно их оставлять во дворе, потому что Херми нашел тут время и, ну, такое там, да, это самодельная конструкция, которая, в принципе, держит, чтобы ворот не раскрывались, ну и чуть-чуть попрямее, они все равно кривые, их нужно выпрямлять, но, тем не менее, уже можно как бы закрывать и не бояться, что они там вылезут снизу, да, потому что когда раскрывается. Как раз спрашивал, идет к своей Марике домой. Вот. А он вчера к нему в гости ездили. Со всеми собаками все залезли, включая Ильюса, даже его сюда подняли, посадили в машину. И Тимку, который боится. Тимка так скулил, ну тут 2 метра проехать. Ну буквально 2 метра. Так 30 секунд. На машине здесь не ездишь. Ну вот с ними, да, чтобы всех вместе машину, и чтобы для собак развлечение тоже небольшое, да, и потом они Херми знают, и отец у них Нико, вот, так что были у отца в гостях, вот, конечно, восторг был дикий, даже у Тимки, который, а он сейчас вот тоже все равно с нами сейчас не поехал, магазин-то, эти все равно магазин ездят. В общем, никуда мы не ездим, кроме как до магазина доехать. Ну, да, Эки все равно интересно, им нравится. Хоть что-то. А Тимка, он остается сразу, идет к Ильюсу рядышком ложится, и так вот как бы... А мы с Ильюсом остаемся, мы дома охраняем. Вот они, говорю, все разные. И у всех свои эти какие-то привычки, или то, что им больше нравится, или вот даже по состоянию здоровья, вот его тошнит, других нормально, а им плохо, боится. Может быть, это страх просто какой-то. После тогда неудачной поездки к этому врачу, к ветеринарному. Вот, стресс был, и вот стресс запомнился. Так, я пошла. Ой, какая грязь. Ладно, поеду. Сейчас я... Нужно нам купить продукты, как всегда. Так.
пошла я, да? Посидите здесь, да? Посидите здесь, я пойду сейчас заберу денежку, поменяю код. Ой, а что-то не закрылись, что ли? Я теперь не могу. Ну, вот с машиной разобраться, как она у меня сигнализирует. Сигнализация включается, включается, как хочет. Сегодня наконец-то, через сколько, 2 недели прошло, наконец-то солнышко, 15 градусов. Холодрыга надоела. Надоело, очень холодно было, практически ничего делать было невозможно. И тем не менее, вон эти самые красивые тут, ну мало. Так они в большом количестве нужно, чтобы было. Они так единичные. Так, Лола бегает с грязными лапами. А у меня еще грязнее. У нас тут такой проект. У нас вот вообще заказала себе эти капельные такие трубки. Но заказала не те, так я ничего не разбираюсь. Но потом была, в принципе, рада, что пришли эти. То есть это, в принципе, для такого, для под землю, для орошения, да, трубы. Здесь 100 метров. Где-то мне, наверное, будет 50, нужно будет проложить сюда. То есть я, в принципе, рада, потому что, в общем-то, можно будет стабильно сделать, как я и хотела, дополнительные источники, откуда, где воду можно будет брать там. Ну, с ведерком, там шланг подключить и так далее. Вот сейчас начала копать. Начала копать сюда, в яму. В яму — это еще отдельная история. Вот, начала траншеи курить сейчас. Ну, земля сейчас влажная, поэтому довольно-таки легко идет. Сейчас вот раскручу, посмотрю, где мне нужно туда. Вообще нужно будет раскрутить его, посмотреть, как он ляжет вообще. Где его там подсоединить. Херни мне помогает. У него там кто в этом деле разбирается более-менее. Ну, во всяком случае, если не точно с моими тут делами, но во всяком случае, приблизительно знает, что куда чего. Вот. То есть вчера мне тоже какие-то детальки купил, привез. Вот еще нужно будет рассчитаться. Еще один шланг. В общем, тут прям выразительную систему делаем. Ну, конечно, не прям автоматически, но полуавтоматически, скажем, где-то. Вот. Во всяком случае, теперь получилось так, что вот эту вот нужно будет прокладывать вон туда, в конец участка. И там нужно будет сделать... уже затычка есть, уже, в принципе, все есть, да? Только вот осталось, ну, как здесь подключить. Ну, только, да? Только здесь подключить. И это сделает Ахерми уже. Он тут уже там намастячил что-то. У меня здесь вода везде текла. Ну, то есть в доме там не текла, а текла у меня раньше. Ну, в общем, как лет 10 назад была проложена здесь у меня линия такая для сада. Вот туда, да, вот во все, вдоль этого участка туда. Дальше и там, в принципе, где у меня огородик грядочки, да, сделаны. Я там вообще вручную поливала 2 года. Хотя линия есть, но там что-то не работало. Там где-то вода текла, кран не могла найти. В общем, вот копала кран, нашли. Много сомнений было, никто не верил, что вообще здесь как, что может быть, потому что все было просто под глиной туда. Видно было только эти счетчик и кран от дома, который закрывается, и все. Остальное ничего было не видно. Я уже сама стала сомневаться. Много лет прошло, думаю, боже мой, может, я что-то все выдумала. Ну, мало ли, на старости лет бывает, да, там что-то помечтала, потом подумала, что это правда. Вот. Но, с другой стороны, доказательства налицо. Там же есть где-то всякие кранчики, подключение к туалету, там подключение к умывальнику. Вот. Значит, где-то это должно было быть. Вот. Ну и вот, короче, до смешного было. Если бы не Херми, я бы, конечно, даже и не стала делать. Он сказал, пойдем посмотрим. И когда он сказал, пойдем посмотрим, пришлось, в принципе, самой там все это рыть, да, потом. Но он мне хоть поверил, да, он мне хоть поверил, что, может быть, и есть что-то. Он говорит, ну тогда рой. Вот, ну вот я и рыла тут там. Помню, все утро рыла всю эту глину оттуда, из дыры, да, оттуда, из дырки. Ой, сейчас откроем. Вот. Со слизнями, со всякими, с разными, да. Вот, которых раньше вообще аж плохо, мне было до тошноты. Ну, сейчас привыкаешь ко всему. Вот, то есть вот это все выкопано, все эти линии освобождены, все эти
все эти подводки разные, все эти трубки, все это освободилось. Было все под землей, кроме часов. То, что слева, вот эти вот все эти конструкции там, да, все было под землей. А это вот, которая наверх трубочка смотрит, вот это уже Херми сейчас проинсталлировал новую, купил и сюда проинсталлировал. Я очень рада, что в этом деле мне, конечно, действительно помощник. Вот, и вроде сейчас как-то, по-моему, не течет. Вот, значит, линия положенность очень странно, поэтому, в общем, так было непонятно, куда чего, и, в общем, сомнения были, да, я говорю, ну, должно где-то как-то быть, я знаю, что здесь как-то странно положено, но, тем не менее, вот, значит, здесь подготовлено уже, теперь нужно мне ему здесь вот вырыть, чтобы сюда можно было вывести через стеночку, сюда внизу, и туда эта линия пойдет, в общем, мне нужно подготовить, чтобы, пока он не уехал, чтобы он еще, может, не успеть сделать здесь, подключить сюда. То есть это вот шланг сюда, вот этот вот, ну, шланг сюда затащить. И здесь он как-то его подключит, наверное. Там то ли с трубой, то ли с чем, то ли просто этот шланг туда вниз утопить надо будет. Не знаю, как он будет делаться. Вот, вот такую, короче, штуку тут сделали. Вот. Потом это, значит. Ну, сейчас я пройду, посмотрим, раз я уже занялась тут съемкой. Вот, значит, потом это все пойдет вот так где-то, да, вот по этой дорожке, где у меня собаки сейчас бегают. Ну, они потом его купят. Вот. Все это вот так должно как пройти туда. Ой, какая трава тут выросла. Смотрите, как цветет-то. Он таким красивым никогда не был. Все-таки потому, что уже рыпли, что-то подбрасываешь какие-то удобрения, уже вроде на что-то похоже. Ой, трава-то выросла как за дожди. Вот, значит, вот здесь вот все это пойдет вот так. Уж как я сама там докопаю, или мне кто докопает, не знаю, насколько мне сил хватит. В принципе, не сложно, просто много. И здесь вот где-то нужно будет сделать на этом участке, там, где можно будет шлангом, да? Еще пока не знаю, куда, где удобнее будет. Где-то, чтобы шлангом можно было подключить и этот угол обрабатывать. Ой, какой там тюльпан распустился, надо пойти посмотреть. Ой, кустик тоже растет. После дождинка такое все хорошее. Ой, какой вырос, ой, какой красивый. Красивый какой. Необычный. Откуда это у меня такой вообще? Типа. Вырос. Вот. Заросли такие. Ой. Ой. Ой, уже хоть какая-то травка, смотрю, растет. Ну ладно, ладно. Тут у меня, кстати, посажена уже лягустра маленькая. Вдоль дома там, не знаю, снимала, не снимала уже, честно говоря, не знаю. А вот что-то снимала, но была погода страшная, не хотелось мне там даже показывать. Прижились они? Ну, надеюсь. Кусок неправильно обкорнала. Теперь цветет только то, что не состригла. А что состригла, конечно, ничего не цветет. Ну, ладно, будем теперь знать. Раньше не знали, теперь знаем. Вот. А тот красивый. В принципе, это точно такой же, как тот, да? Только... Тому все же чуть-чуть больше достается, а здесь этому вообще ничего не достается. Ну и обкорнала. Ну ладно, на следующий год нужно будет вообще его под корень. Ладно, отвлеклась. Значит, вот сюда нужно мне куда-то будет эту дотянуть. Вот понятия не имею пока куда. Где-то вот в земле вот нужно будет такая штука есть, да, которую ее нужно под землю положить тоже. И туда можно будет этот шланг вставлять. С крышечкой такой, коробочка. Вот. Тогда я смогу здесь розы более коротким этим подводкой. А в дальнейшем уже можно будет сделать и капельный полив. Вот. Но пока у меня, так сказать, все это нестандартно, все здесь распределено. Даже я понятия не имею, как там, наверное, по кругу, как-то там это самое. Я думаю, что это будет второй уже этап, когда я вот основными сейчас этими точками распределения воды разберусь здесь. И один будет туда. Сейчас пойдем. Еще не доделано у меня нигде ничего. Вот. Тут все где-то растет что-то. Вот смородины. Вот смородина. По-моему, или смородина, или малина. Вот не знаю. Вон. Все, что ткнуло в землю, все проросло. Ничего не делала, просто в землю втокнуто с прошлого года. Так, здесь у нас что? Так, да. Тут, ой, сейчас здесь тоже то же самое. Там же у меня вон все эти шланги везде лежат, да? Здесь тоже нужно будет сейчас заниматься. И посадить самое главное нужно будет еще успеть. Сегодня, наверное, надо успеть. Всякую свеколку там у меня чего еще. В принципе, они все уже там с удобрениями. И все, нужно будет немножко еще раз
Ну, грядки поправить, грядки страшные. Вот, ладно. Вот, здесь пока еще ничего сюда отопление не сделано. Здесь мне еще. Но здесь уже посажено. Здесь посажен у меня лук. И да, лук у меня в основном. И вон там я пересадила капусту, которую. Опять попытка с капустой будет. Рассада хорошо получается, не знаю, жалко просто. В теплице она у меня сейчас была. Вот, я сюда пересадила большую часть. И здесь у меня, в принципе, лук. Все, один такой красный, а другой такой обычный белый, как бы. Ну, здесь что-то уже копала. Вот здесь какие-то у меня эти лигустеры остатки. Вдруг приживется на тут. Ну, ухаживать не буду, что приживется, приживется. Вот. Так что вот еще нужно будет сюда подумать, как мне отсюда тоже тянуть. Ну и потом нужно будет, кроме этого, да, да, вот, значит, отвлекаюсь. Потом вот эта вот часть этого большого широкого подземного шланга, который там ляжет, да, одна половина, а вторая, вот, в принципе, наверное, вот его можно или зеленый взять, или тот черный. Отсюда, вот от этого умывальника, типа снизу туда, еще подземную сделать, здесь вот прорыть. Уже, в принципе, я уже много раз здесь пыталась прорывать вокруг по этой линии, где кирпичики лежат. То есть я думала, что положить сюда недалеко. И сюда можно было подключить тоже воду. Здесь типа бассейнчика. Ну и опять же можно было отсюда шланг, и чтобы здесь поливать, да, поливалку делать какую-то. Может быть, травку здесь поливать. Сейчас все растает, все с такой скоростью нужно будет. Завтра уже срочно траву делать. Ой, все цветет пока еще, вот после дождя. Здесь убраться надо. Так, в общем, везде, как всегда, убираться, всегда всего. Ну и вот здесь нужно будет еще все это освободить, вообще, в принципе, все это вырыть. Если сюда дотяну вот шланг, ну, дотяну я его, здесь уже несложно. И здесь нужно будет сделать уже типа еще одна, да, куда можно и шланг подключить, и воды налить в ведро, и проще. И тогда можно будет сюда легче, вот, отсюда будет легче сюда протянуть. И здесь, вот здесь же у меня тоже всякие там розочки и все это, да. Вот, и здесь там что-то. Вот, то есть для этой площадки было бы здесь место. В общем, да, много тут всяких разных. Потом у меня вот эта вот стоит бочка черная вот там, да. Сейчас все в таком процессе постоянном. Вот. Черная вот такая бочка, ну, красивая относительно, да. Вот, ее же тоже подключить надо. Но там еще не сделан слив вот это вот с крыши. Не сделан. Вот, но в принципе уже можно было сейчас вот срочно подумать, чтобы сюда кранчик тоже вставить туда, чтобы ее укрепить. Может быть, она будет здесь, может быть, с другой стороны, там, с другой крыши. Вот, тогда уже будет, ну, как, да, один с центрального там, типа, и вообще вот тут бахрому, наконец, надо убрать, с центрального водоснабжения, как бы, да, или и вот, чтобы вода тоже была в этом, в кранчике можно было набирать. И этой водой шланг подключать, и тоже поливать там, типа, в случае чего. Ну, вот как-то потом переключать, потому что мне это слишком сложно все сразу, как все сразу автоматически и красиво делать. Наверное, это дорого, и чтобы вот самому разобраться, нужно, в принципе, примитивно начинать уже, да, смотреть, как, что, какие переходники, где там что соединяется, там, где какой чего. Вот. Так что вот это будет следующее, пока еще для него ничего, деталей нет. Там еще и с крышей вот нужно повесить правильно. Так как там вода вся эта вниз стекает, там я ничего посадить не могу, потому что постоянно мокро. Вот. А мне-то хочется посадить эти самшитики в ряд. Вот, так что. И следующее. Вот еще беседка стоит, второй год никак не могу поставить. Тут вообще тоже уже бардак, конечно, везде. Вот эти усе проекты. И тут-то у меня недоделано, недорыто, чтобы мне вода не текла в теплицу. Здесь у меня вон всякие эти штучки прорастают. Вдруг что-нибудь уживется. Там приживаются кустики красивые, разные, декоративные. О, тут уже трава намокает. Тут чего-то. Тут, я не знаю, показывала или нет, у меня вот уже что-то не убиралось. Еще потом дожди пошли 2 недели. Елочка.
Вот. Тут уже чего-то посажено, какие-то так дежурные растения, которые всегда есть в доме. Вот тут уже убираться надо. Тут еще достричь надо. Так, эта линия более-менее подстрижена так, приблизительно. Вот. Здесь типа создается чего-то, пока непонятно что. Типа, наверное, проход как-то вот так нужно будет делать. Тут такой камень лежит посередине, не на том месте. Ну, тяжелый. Вот, ладно, пока здесь пока неизвестно, как тут будет выглядеть. Ну, приблизительно будет, наверное, типа какой-то каменоломни. Так и останется. Будет ли возможность эти камни как-то растащить по участку более-менее? Посмотрим. Вот, тут так что же пока заброшено. Ну, здесь вроде как этот склон должен быть такой. И позасажено. И здесь вот не дошла. Здесь зарастает опять у меня. То, что здесь все трубы тоже с водой текут. Здесь вообще нужны такие две большие бочки, там по 1000 литров, да, такие большие. Здесь есть такие. Тоже нужно одну или две бочки, чтобы вот эта вода собиралась вот оттуда, да, эта труба, где-нибудь с той стороны. Я уже об этом, по-моему, говорила. И здесь, ну, здесь там еще пока не сделано, тоже смысла большого нет. Здесь будет вода течь. Ну, по крайней мере, с той трубы можно было бы здесь собирать, поставить эти контейнеры. И уже вот этой водой поливать здесь. А пока здесь вот такой полив. Какая-то трубочка, что-то там течет. Иногда я подливаю со шланга. Вот. Так что у нас еще вот это тянется, вот эта труба. А что-то он так сплющился-то. Непонятно, что-то так сплющился-то. Ну, круглый, а что сплющился? Проехал, что ли, кто по нему? Что это с ним? Надо будет спросить, не знаю, что это он такой плоский-то стал. Все время был круглый, а тут плоский. Воду по нему пропустили, вот он сплющился, как ни странно. Может быть такое? Вот, до того, как подключали, не было такого. Ну ладно, посмотрим, потом узнаем, что это такое. Так, значит, здесь. И здесь нужно будет сегодня заняться тоже. Вот. Ой, какая сегодня жара. У нас 33 градуса после такой холодрыги. Мой огурец пережил все холода. Он стоит себе и живой пока еще. Но, правда, не вырос. Но надеюсь, что он выжил. Вроде зелененький. Вот. Вроде выжил, да? Где же выходи отсюда. Так, что посмотрим здесь у меня. Ой, надо их полить, наверное. Ой, прям очки запотели, как здесь тепло. Так, что-то эти такие. Другой сорт, что ли? Надо все равно полить сейчас будет. Или накрыть их, что ли? Ну, здесь, в принципе, сейчас матовый такой свет, да? Вот. Что-то здесь посадила. Горчицу уже убрала всю. Отсюда. Вот редисочка вроде там тоже где-то подрастает, подсыпанная. Но вот эти томаты, не знаю, они тут выживут, не выживут. Они у меня сейчас доносят, но такая погода ужасная была, холодная. Боже, какой выживет. На пробу посадила. Даже укроп у меня в этом году есть. Салат прекрасный такой. Выходите, выходите отсюда. Выходите все отсюда. С вами сюда нельзя. Вот сейчас мне нужно вот этот вот сюда все вынести отсюда, чтобы не мешалось. И уложить, наверное, эту доску, то я уберу. Мне еще там не прикреплено ничего. Разложить этот самый. Вот этот вот. Вот, уже сделана подводка здесь. Да, наружу, чтобы подключать этот шланг туда, наружный. А это нужно разложить здесь. Часть еще останется, наверное, половина. И можно будет, может быть, к розам или на грядки туда применить. В общем, да, сейчас начинаем разбираться. Гортензии нужно посмотреть, по-моему, там прижились, что такие зелененькие стоят подозрительно. А, леандр там. Да, ну, в общем, короче, нужно будет сейчас, наверное, все отсюда просто вынести, уложить эти штуки, эту проводку. Вот, и из этой трубы будет все капать, значит, ее в два ряда нужно будет ее отсюда вот так уложить, вот так. И отсюда потом развернуться ее по кругу и обратно пустить в два ряда. И здесь уже на одну уже сторону затычка, по-моему, где-то была. Да, а это будет подключаться туда.
Вот. А позже уже, когда будет приличная бочка или еще какая-то побольше, да, это, конечно, маленькая для того, что специально сюда и насос, и туда, и сюда делать слишком ни к чему. Нужно будет здесь что-то уже потом думать как. Но пока этого будет достаточно, что я уже могу подключиться к центральному, туда, к центральному водоснабжению, да, оттуда брать воду. Нет, уже так это самое, да, более-менее перспективы есть. И потом там у меня вот стоит там далеко, там за дровами туда, там еще один есть такой колодец. Это уже нужно будет делать с насосом. И вот эту линию как-то ее заучаствовать, да. Ну, что-то она такая плоская, непонятно. Слиплась как-то подозрительно. Лежала все время, круглая была. Вот интересно. Надеюсь, она еще нормальная. Вот, значит, даже не знаю, она вообще под землю. То ей можно будет так, если она такая это самая класть или как. Нужно все время посмотреть, что это такое, спросить. Вот, и вот, в принципе, чтобы там тоже поливать можно было. И там какой-то кранчик сделать потом, да, чтобы вода можно было брать. Там и ведерком, и подключать шланг. Вот такие вот проекты по водоснабжению у нас. Вот, и тогда, в принципе, у меня более-менее везде вода есть. Ну, там тоже, конечно, неплохо было. Там у меня, кстати, тоже грядочки. Там мне еще нужно картошку сажать. А потом еще я получила подарок. Сейчас пойдем туда посмотрим. Так, воду я пока не показываю. Туда нельзя смотреть. Туда пока. Туда самой больно смотреть. Вот начну. У меня нет этого клея. Я не могу найти нормальный клей. Никто ничего не знает, какой клей нужно хороший. Вот, придется воду вообще еще раз подспустить, вычищать. И не знаю, что будет с рыбами там, если они еще есть. Цветятся, цветут, все. Еще до сих пор цветет, все, несмотря на дожди, на холода, на эти. Ой, какая трава высокая, нужно стричь. Ой, вот так порадуешься жизни, да, сколько травы стричь. Ну, пока терпимо. Здесь, кстати, у меня тоже же уже декоративные намечены, так, намечены. Кривей вкось пока, но зато уже намечены. Тут у меня пересадила сюда пионы. Вот, значит, чтобы не пропадали, ну, чтобы или выкидывать, или что с ними, да, вот я посадила здесь, все равно когда-то здесь оформлять, что-то делать нужно. И, наверное, я исходила из соображений полукругом делать, раз такие у меня кривые дорожки здесь. То есть здесь что-то посажено, так, на быструю руку, какой-то кустик, ой, роза какая хорошо здесь. Роза вот эта, кстати, поливалась никакими ни удобрениями, ничем. Только из воды ведерочком я брала из этого, из водоема и поливала. Я думаю, что, наверное, очень хорошо, что эти самые водоросли и прочее. Довольно такая сильная. Ой, травку нужно будет сегодня косить после обеда, наверное. Вот, а тут у меня еще один же участок разработан. Маленькие фруктовые деревья, абрикосик еще до сих пор цветет, как ни странно. Ну, как, не знаю, нормально это. Все еще отцвел, наверное, маленький абрикосик, яблонька, и там еще одна яблонька, ну вот, а это вишня. Вот, и здесь у меня пока вот так стоит 2 недели уже. Да, нужно было здесь селену вспахивать, как бы, ну вот столько смогла. Так, а здесь у меня вот на этом месте, что-то смотрю, лук повыкидывала наверх. Или собаки носились, наверное. Что-то прорастает. Тоже я немножко лука, немного чеснока. Чеснок здесь, да. Чеснока не так уж и много. Бумага откуда-то прилетела. Нормально, надо его чем-то с ним делать. Ну, что-то про шатырь говорят, нужно там что-то делать, да? С шатырем, там йодом и марганцовкой, там еще что-то борной кислотой там. Посажены цветочки там. Чуть-чуть почистила, ничего не исправляла. Вот, так что вот здесь у меня везде огороды какие-то. Много работы по очищению. Вот тут что-то создавала опять, да, вот это. Где с кирпичиком, где с доской, где как вообще. Ладно, я не спешу. Здесь тоже растет. Что вырастет, то и вырастет. Ой, огород.
деревьев больше и больше становится. Расширяется, выравнивается. Он даже на свалке растет, пион. Вот такой, значит. Тут еще вот тоже у меня виноград старинный, 100 лет. У меня его все обрезала, вообще почистила более-менее разобралась здесь. Тут вон столб упал. Тоже укреплять надо, проволоку натягивать правильно. Вот. А тут у меня вот тоже сидит тут кто? Ну вот тоже, да, из ягодных. То ли смородина, то ли малина. Вот. Тоже было методом тыка. Сидят. Что будет, то будет. Вот. Ну и здесь еще там переклала немножко край дорожки. Здесь чуть-чуть. Опять же, этим кирпичи просто поперек поставила повыше. Лыча отцвела, уже отцвела. Скоро будут ягодки в июне. В конце июня, наверное. Все, пока временно вот так, да. Тут из этого я что сделала? Накрыла этими окнами. Просто семян понасыпала всяких разных, которых я говорю, опять так и не разобралась. И они мне надоели, что лежат все эти семена. Непонятно. Я ничего не вижу, правда, пока. Ну, там чуть лаванда какая выживет. Вот. Ну, что-то всходит. Я просто перемешку всю понасыпала. Что будет, то вырастет, то и вырастет. Потому что семян этих уже больше не будет. Я их все сюда высыпала. Просто все, которые взойдут, взойдут. А остальных просто так лежит, не знаю, годами. И бог знает, что это вообще, не поймешь. В горшочках тоже какие всходят, какие нет. И некоторые погибают, потом ты ничего не знаешь, что с ними делать. В общем, короче, место освободить нужно было. Здесь уже подготовлено более-менее. Вот. Ну вот еще, говорю, все эти грядочки, все эти колышки надо поправить. Там досточки, наверное, посмотреть. Вон тебе дровник там мне этот разобрать надо. Все эти речки, это палочки там, что куда можно вход будет пустить. И вот здесь мне нужно будет, кстати, сегодня начать кое-что посадить. Вообще стень такая, вроде падает с дерева. Ну, это не всегда так, потом проходит и будет снова нормально. Вот, так что здесь вот такая система. Тут еще все в перемешку, что куда. Вот. Ну, вот так. И бардак, как всегда, еще ничего много не изменилось. А там вот лежит, Михаила мне отдала эти эти ветки. Бамбуса, говорит, плети вот эти стойки для этих самых. Я думаю, блин, как их плести? Там вот принесла попробовать, но что-то я не верю в успех. Где-то прочитала в интернете, по-быстрому глянула. Они говорят, сначала нужно их мочить, намачивать в воде на ночь, чтобы они лучше гнулись. Ну вот я не знаю, как их в землю-то закреплять, чтобы оно потом не выскакивало. Уже не знаю. Как-то нужно этим разбираться тоже. Чтобы применить их как-то. Вот. В общем, вот такие дела. Пойду-ка я, наверное, сейчас. Что-то опять наговорила целую кучу, да? Время потеряла опять. Конечно, у меня, конечно, обрезка деревьев ужасная, да? Ужасная. Наверное, этот ствол вообще нужно было бы обрезать. Ему ни к чему. Только одна ветка на нем тут осталась. И оставить вот в такой. Вот это все козы были, да? Все козы, все деревья перепорченные. Вот. И оставить только, наверное, эти было нужно. Ну, теперь, наверное, уже осенью, да? С обрезкой деревьев, конечно, надо разобраться, потому что у меня такие все деревья страшнющие. Ну вот, тут еще много. Вот там, а там заброшено у меня с амбаром-то, да? Ничего я не делаю и никак не. Ну, сейчас вот первый солнечный день такой теплый. Ну, так, немножко растет, более-менее приличное. Не очень ровно, конечно, но ладно. Когда-нибудь до этого руки дойдут, да, когда уже более-менее знаешь, где, что, к чему. Вон дрова еще недопиленные. Вот. Посмотрим, как гортензии будут развиваться.
здесь пересаженные. Не очень я уверена с ними. Пару рост мне здесь проконтролировать надо. Что-то они у меня слишком высоко сидят и не очень. Не очень. Те, которые дешевые. Тут, кстати, кустик тоже мне не нравится. Тут тоже позасаживается потихонечку, да, чем-то. Вот такая тоже дохлятина, еле-еле. Но она мне еще не обрезанная. Мне нужно пойти их сейчас, наверное, обрезать. Что мне сначала сделать? Обрезать их или сначала проложить? Нет, сначала теплицу я сделаю, потом я этими с розами разберусь, несколько штук. Вот, ладно, пойду-ка я пережить, что устала что-то я. Что-то я устала. Вот тоже шла. Еще тут проверяли вот с этим, что это такое у меня за этот самый. Тоже есть, да? Приходила Михаила. Там с мужем, с парнем, с одним, с немцем. Вот, и проверяли с этим шлангом. Туда засовывали, воду запускали, смотрели, куда она выйдет. Но, короче, она куда-то, наверное, может быть, в поля туда выходит. Вообще нужно будет выяснить, что же это такое здесь. А здесь вот тоже все разбираешься уже на вторую неделю. Все валяется везде. Думаешь, что с ним делать, куда это. Но я уже разобралась, теперь его нужно будет там обязательно подключить к этому каким-то образом в теплицу. Ну и тут куча разных деталей. Это я уже сортировала, потому что мне по всем углам, по всем мешкам, коробочкам, ящикам, все это везде. Тут уже мусор. Вон детальки сортируют такие разные. Это вот, которые из новых пришли. Это, который мне уже сейчас Ферида купил, принес. А эта штука, вот она такая. Вот такая система. Там можно будет шланг подключать. И все. И можно будет поливать там. Да, ее будет не видно. Вот, много разных деталек на запас. И туда, и сюда есть еще. Чтобы все было как бы видно было все. Потому что когда тут что-то так приходит тоже, ничего нет, нужно все покупать, как бы, да, а у меня много деталей, просто ничего, иной раз знаю, что где-то было, где-то чего-то приблизительно такое, какое надо, но пока, значит, все это найдешь, да, в общем, мне нужно какой-то порядок наводить здесь. Вот, сейчас как-то он мне херню пришел несколько раз, после него все пересмотрели, перепробовали, вот, наверняка что-нибудь получится в этот раз. Ну вот, ладно, пока пойду, я кофе попью. Пожалуй, этот момент нужно мне снять тут, да? Упсла! Вот этот момент мы засняли. Соскочила. Вода льется, правда. Да. А затычка выскочила пулей. А так, в принципе, работала. Нужно приклеить как-то. Пойдем сейчас включим. Тут куча проводов. Тут тоже, кстати, не очень уверенно прикреплено. Просто небольшое течение воды здесь. Небольшой напор. Поэтому держится еще. А там вот в конце выбила пробку. Так. Тестирование. Ой, господи. Думала, заработала. Ну, она заработала, в принципе. Тут уже мелочи. Так, где тут что закрывать? Вот это. Вот это. Пока здесь у нас закрывается, да? Угу. Да уж. Ну, это, конечно... Но постепенно эти потребности, они потом и выявляются постепенно. В принципе, было бы, конечно, удобно. Кранчик было бы там закрутить, а не здесь. Но тогда вода текла, поэтому, наверное, по резинке, да? И не знаю, насколько это хорошо было бы. Так, что-то льется вода тут вообще. Ой, тут поток у нас какой. Вот тут ножка надо убрать. Поток прям. Ну вот капает, все равно приятно, да, если не показывать там все, где прорвало. Ну, капает уже чего-то. Не хватает мне этих скоб здесь. Пока так кривенько лежит, ну, по-моему, без разницы, да? Ну, в принципе, если можно поровнее сделать, мне просто скобочек не хватает. Вот эта вот самодельная скоба. А я люблю покупные скобы. Мне нужно вот таких вот наделать. Пробка где-то была, не могу найти. Вот там копыт. Это уже как-то уложить, еще все это будет.
Ой, ну здесь прям потух. Кран просто закрыли. Или не закрыла. Берем эту пробочку вниз. Наверное, не закрыла. Пойду посмотри, в чем дело. Ну вот, не закрыла. Вот. А этот у меня закрыт? Закрыт, да. Нужно смотреть. Этот тоже закрыт. Теперь у меня всех размеров эти шланги. Это теперь новый шланг, который Герми принес. Теперь такой есть. Теперь всех размеров есть. Теперь детали к чему-нибудь да подойдут. Значит так, здесь пока вроде держится. Ой. Вот это не понимаю назначения вот этого. Ну, оно связывает разные диаметры, это мне понятно. Но, к сожалению, нет такой штуки, которую можно было бы так раз, воткнул и все, пошел. Ну, так вот, как на кран одевается. А так откручивать, конечно, это будет не очень здорово. Все это откручивать, закручивать. Ой, ну, не знаю, насколько это будет нужно. Надо будет посмотреть, все это испытать, где чего не хватает, где неудобно. Вот, ну, пока... Этот шлаух, это я сейчас притащила оттуда сюда, так как я, в принципе, раньше делала. Но соединяла еще с другим шланг. Этот кусок, который перекрутили, был остаток здесь у меня. Остаток, такой кусок был один, этот красно-желтый. Там он вчера соединили. Ой, здесь вода стоит. С покупной штукой вот с этой, с этим шлангом, с черным. Ну, режется действительно просто вот таким ножиком ржавым старым. Разрезала очень легко, да. Вот затычка вот не держится, значит, ее нужно или заклеить там, или что с ней делать. Вот, посмотреть. Вот такой подкоп, не знаю, сколько всего так должно оставаться или нет, или чтобы не замяло. Как-то пока камешками вот так там закидала, не знаю. Потом посмотреть надо будет. Вот. Но, во всяком случае, да, уже, в принципе, сейчас я поведу, запомню эту штуку, уже вода льется здесь мне. Хорошо. Теперь нашла другую доску, вот такую, старую. Нужно эти гвозди сейчас вынуть. И постараться получше немножко, покрасивее закрутить там. Закрутить или забить, или как, да, вот это. Этим шуруповертом не умею пользоваться, вообще боюсь. Не могу себя тоже переломить такие новые вещи, как шуруповертом. Девчонки у нас там, смотрю, только туда-сюда все закручивают, прикручивают. А я вообще не понять, я даже не знаю, какие эти шурупичики там, что такое саморез, я не знаю. Пойти посмотреть, что такое саморез. С азов начинать уже. По тередиску, наверное, съесть, пока ее кто-нибудь вместо не... Здесь кто подъедает немножечко, чуть-чуть ее. Может, мне ее собрать сейчас сразу и поесть снежинку. Все равно здесь сейчас будут этими... Вон там кто-то чего-то подзадел. Вот она, хорошая. Все равно редисочка. Это вольно. В том году у меня редиска вся вытянулась, вообще не получилось. Ну, сидят вот рядышком, ничего. Все. Сейчас я их всех и съем на обед. Вон тут еще малышня растет там. Так. Так, доски заваливаются, их нужно будет сейчас закрепить тоже. Уж там уже будет просто здесь доделано уже все. Я тебя оставлю еще. Вот это вот еще. Вот кто-то подъедает чуть-чуть тут. Кстати, это место, где у меня медведка была. Где медведку обнаружили. Я надеюсь, ее больше нету. Ну, посмотрим. Вот это очень участок здесь был трудный, потому что землю сюда прям подвозила с сада. А там глина отстроительная, да. Вот, вот есть места, вот эти. Ну, я специально лезу в такие места. Мне всегда очень, очень хочется посложнее жизнь сделать себе. Осложнить. Вот. Остальная, в принципе, очень хорошие участки земли есть. Но вот у меня тянет куда-нибудь облагородить там, где плохо совсем. Вот там здесь мокро слишком. Туда будет влажность. Гортензии убрала, пересадила. Там корешочки какие-то были на некоторых. Посмотрим. В другом месте уже полила, все убрала. Так, ну вот, вот как и я довольная, в принципе. А, еще нужно будет мне... Что-то мне такое есть по голове-то все это. Какая-то веревочка шевелится, как будто паук в глазах там где-то лазит. Вот. Вот прям поток устроила. Так. И вот эти плиточки нужно будет мне ровненько-ровненько положить аккуратненько. Даже грядку немножко сейчас расширила. Вот чуть там части от теплицы валяются. Почему-то они оказались лишними. Вот.
Ладно, значит, это нужно. Окно у нас, так по всей видимости, более крепче держится, чем окном. Неплохо, я приклеила. Так, линолеум здесь нужно будет убрать. Здесь, ну, посмотрим, пока я так оставлю, потом, может, украшу. Ну, щебенки мне всякое полно-полно тут позасыпать. Посмотрю, как будет зарастать, будет ли сильно зарастать, будет ли мне мешать, потом можно что-нибудь постелить сюда. Камешки помыть, ровненько положить еще. Еще два камня, четыре камня, мне таких нужно принести. Плиточки, они у нас есть, да, Киша? Они у нас есть, просто их тяжело тащить. Даже на таличке, на тележке. Так, возьмем модем, возьмем морковь, эту редиску. Вот, классная. Пойдем ее съедим сразу. Так, модем взяли. Затычка у нас здесь лежит. Ой, ну все, классно, вода здесь работает. Давай, Кишуня, вылезай. Оставим, пускай, наверное, постоит так, проветривается здесь. Все выставлено барахло сюда. Ой, все, пошло лето у нас. Все пошло. За такой один день все пошло лето. Прямо жарко.